Ладно, ты подумаешь. Маленький член, ну ничего страшного. Лучше бы у тебя его вообще не было. Вот вам смешно, да? Ладно, ладно, мне тоже смешно. Ну, проблема-то существует. Понимаете, в каждой шутке есть только доля шутки. Все остальное правда и истина. И это точно так же взято из жизни. Вы, кстати, заметьте, вот сами, вот даже вот ходя, гуляя по своим городам, поселкам, встречаете таких вот личностей, которые непонятно, то ли это парень идет, то ли девушка идет. А еще сегодня к тому же идет активная пропаганда, чтобы там мужчины на каточки красили, там губки себе, да, визаж, массаж там или что там делали, вот эту вот всю красоту, в общем, наводили. Зачем только я не могу понять, почему нас всех мужчин, вот даже тех, которые, как я, гетера, пытаются пидорасить. Ну вот так вот попадешь же, вот тут приведешь бабу домой. А там на радио царица в ночь, нету сына, нету дочь.